Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как в фотошопе сделать бесшовную текстуру. Итак, начнем. Значит, в интернете скачал такую текстуру, она мне пригодится для работы. И заодно вам покажу, как же это ее сделать бесшовной. Нажимаем клавишу фильтры и находим фильтрок другое. Выбираем сдвиг, нажимаем на него. Это мы делаем для того, чтобы найти в нашей текстуре шов. И здесь ползунком сдвигаем и внимательно смотрим, где у нас шов. Вот он. Вот видно этот стык очень хорошо. Перемещаем его, ну, чуть ближе к краю, так где-то примерно. И жмем ОК. Потом выбираем прямоугольное выделение и выделяем область, которую мы хотим копировать. Жмем Ctrl-J. Видите, скопировалась часть, ту, которую мы выделили. Вот она. Жмем V. Жмем Shift и перемещаем в сторону посредине шва. Ну, примерно посредине. Затем мы добавляем слой маски и жмем на градиент. Подводим к краю сюда, зажимаем Shift, чтобы двигать в строго определенную сторону. И выбираем здесь градиент по всей ширине листа. Shift, двигаем примерно до середины, и он, видите, стирает часть слоя, и здесь вот плавно идет переход. Если не нравится, то можем несколько раз применить эту маску, и ну, вот вроде более-менее нормальный плавный переход идет, не особо заметен. И правой кнопкой жмем на маску. И жмем применить слой маску. Так, с одной стороны применил, с другой стороны делаем ту же самую операцию. Добавляем маску. И опять же таки жмем Shift и смотрим, чтобы он был более-менее плавный переход. Ну вот, как-то так. И правой кнопкой мыши по маске применить слой маску. Так, это мы сделали. И теперь выделяем оба этих слоя, жмем Ctrl-E. Они сливаются в один. Переходим в фильтр, другое, сдвиг. И проверяем, будет ли. Но нужно, чтобы была включена вот эта вот точку здесь, в общем, поставить. Вставить отсечение фрагмента. То есть если будет какой-то другой здесь вариант, то мы не поймем и не увидим, что у нас там происходит. Поэтому зажимайте нижнюю часть, ставите отсеченные фрагменты. И перематывая как бы картинку, мы видим вот эту картинку, перематываем и смотрим, как выглядит наша текстура
горизонтально. То есть заметных швов не видно. Теперь внимательно смотрим вот на эту часть и перематываем по вертикали. Вот он шов. Его практически не видно, но мы все равно сделаем его, чтобы вообще его не было видно. Можно вот эту вот часть скопировать, она более-менее подходит, да? Более плавно будет переходить, соединяться с той и с другой стороны. Так, вот он наш шов. Жмем ОК. Выделяем нужную нам область. Жмем Ctrl-J. V. И перемещаем нашу часть коры повыше сюда. Добавляем маску и жмем на градиент, shift, отпускаем, и вот получается такой вот переход плавный. Применяем слой маску, добавляем еще раз. Подводим к краю, зажимаем Shift и перемещаем. Можно несколько раз. Вот так, отлично. Применяем слой маску. Выделяем оба слоя и жмем Ctrl-E. Вот наша бесшовная текстура готова. Проверяем. Фильтр. Другое. Сдвиг. И внимательно смотрим, что у нас получилось. Шва не видно. Таким образом мы сделали с вами бесшовную текстуру. Если, допустим, в текстуре присутствуют какие-то заметные элементы, которые будут постоянно повторяться, но они должны быть достаточно крупные, вот здесь вот, допустим, заметно. Но так как они маленькие, их практически не будет видно. Это сейчас мы смотрим все внимание на нашу картинку. Ну а, допустим, когда это будет на большой текстуре, ее особо этой части будет и не видно. Чтобы ее убрать, но это надо делать в самом начале. Нажимаем штамп. Выбираем понравившееся нам место, допустим, где-нибудь рядом. Зажимаем Alt. Так, штамп выбираем. Размер. Зажимаем Alt. И подводим. Здесь вот можно регулировать его непрозрачность. А также можно выбрать там мягкую кисть какую-нибудь. Скопировали место, которое нам понравилось. И вставляем сюда. Все. Этой части не видно. Она плавно слилась с остальным фоном. Также и эту можно спрятать таким образом и потом повторить все, что я сделал выше.
Хорошо, результатом я доволен. Ну что же, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!